он любимый магазин, любитель, да. Так, ну что, очередные путевые заметки. Мы теперь в городе Хотьково. Московской области. Московской области. С Москвы вот снова чуть-чуть назад вернулись. Встретились с родителями Ромыча. Ну и сейчас вот они нам экскурсию устраивают как раз таки по этому городку. А, окна не закрыли. Ага. Так, выгребаемся. Такой город не прям маленький, ну то есть такой нормальный, ну. Хоть с дороги чуть-чуть отдохнуть, вообще прикольно. Тепло, хорошо. Город громадный, вот смотрите, эти небоскребы. Ой, да ладно тебе, небоскребы. Для меня, у меня просто свой этот. Ну что это, выше пятиэтажки, это все. Мегаполис. Мегаполис, да. Какое-то дерево интересное. Короче, Сбербанк, да. Сейчас нам надо найти Сбербанк. Вот. Цель number one. Все. Еще что-нибудь потом напишем. Пежо. Тут Жигули, короче. А вот, кстати, да, иномарка, самое главное. Лада. 11-я. Так, ладно. Какой-то этот центр, да? Любимый. Тут дефицит русские лица. И Жигули. Это да. Это что, Калина, что ли? Калина, да? Ну да, по. О, дядюшка Ленин. А ели-то голубые, как я посмотрел. Да. У нас, кстати, такие не растут. Да ты все подряд будешь снимать тебе. А что, в ноутбук закинул? А я в ноутбук скидываю все. Ну. А, тут вон бутики с одеждой. Ага. Хотьково. Ладно, еще что-нибудь запишу попозже. Седьмой день пути.